Вот положи прям вот так, раз, и контролируй. Раз, положил. Прям вот у тебя, смотри, вот такие движения. Идешь, идешь. Раз, его и положил вот так. Но это с малых углов по атаке. С таких-то его лучше разгрузить, чтобы оно избыточного давления, чтобы не было. Все, молодец, отлично. И пошел вперед, пошел, пошел, пошел. Все, можешь разворачиваться и гасить крыло. Этого, в принципе, для старта будет достаточно. Разворачивайся просто. И правый больше затяни, и подойди к нему. Вот, вот этот элемент тебе надо тренировать теперь. Сейчас все правильно сделал. Ну, сам почувствовал? И крыло сейчас оно над тобой как... А? Подсед помог. Не понял. Подсед, подсед. Да, да. То есть крыло, оно как ты его вывел, так оно и стояло, ничего с ним не случилось. А ты просто правильные действия внизу сделал и перешел уже на прямой старт. Все. Ничего страшного. Отдохни, Саня.